Айсбергеймса, диджей Рэм Вову, писатель Рэм Вову. Сегодня мы поговорим о книге. Академия чудес. Заходите, заходите в Академию чудес. Там мы вас как раз накормим и поймаем. Там учатся как бы все такие элитные люди, там вот такие все. Есть как бы Клавдий, вот наш главный герой, прям вообще, прям такой конфетка вообще. Персонаж конфетка вообще. Ой, а Марта прям, Марта служанка, прям рабыня, прям прям там все так, все хорошо. Книга культурная, приличная, все нормально, как бы читать можно. Не проблема. Много веселости там, много приколов, много, как говорится, грустных моментов некоторые есть там. Ну, не сильно там, конечно. Хотя, как посмотреть, какие переживания вы, как говорится, с какими эмоциями вы подойдете к этой книге. Книга же это не просто книга, книга это эмоции. Книга это переживания, как говорится, автора, которого он вкладывает. Я считаю, что вот именно моя вот эта Академия чудес одна из лучших пока на данный момент книг. Планируется продолжение, потому что история явно не закончена, явно там есть куда и расти персонажам, расти, потому что ему еще нет 18, там Марту еще как бы не поймать, как бы так только как бы за ручку подержаться, как бы так что там все впереди еще там. Еще у него еще есть невеста, еще. Ну, не невеста ж там, а подружка. Там уж не хочется. Я ей там, ты хочешь там эта принцесса такая, мне там нужно, чтобы там моя подружка там сказала, хочет с тобой гулять. Он говорит, давай что там. За ресторан будет платить она. За еду платить, то есть, а я на Марту буду копить деньги. Она говорит, ну не вопрос, что там. Денег нет. Она тоже там из таких аристократов, там все, они все аристократы. Но он, вот это самое интересное, он бывший, у него мать была рабыня, мать рабыня была. Он ее там, папаша, главное, сына освободил, потому что у него есть способности в магии. Там. Магия там есть у него. Потому что магия в этом мире, вот в этой книге, именно, интересный момент, я пытался понять, есть только у определенного процента аристократов. Вот так вот. Только. А вот у простолюдинов, у простых людей, магии нет вообще. Ноль. Там, может, я как-то придумал. Так почему там дополнительно еще? Почему так это все там? Может, какое-то объяснение еще дополнительно будет. Или может оно есть уже в книге. Так что читайте. А что я спойлерить буду свою книгу, да? Сейчас вы все спойлеры возьмете, там так и все, да. Читать надо же книжку, а не просто там. Вы же книгу читаете, а не сборник там из нее поваренной книги, правильно? Вы должны как-то. Книга это переживание, книга это жизнь. Вот есть Клавдий, мой друг. У него есть там одногруппники вот эти его, вот это, близнецы, близняшка там одна. Есть эльфийка-разбойница, ну потому что куда без эльфиек-разбойниц, молодых, таких активных, таких, ну. В этой книге вообще много чего хорошего есть, она много вообще интересного в ней. И разбойники-эльфийки, другие рабы как между собой разговаривают, как там с ним дружат, есть демоны там, есть злой чернокнижник там, это. Есть темная сущность, злая такая, прям вот темная, прям зло, прям. Есть два божества, которые там вообще тоже интересно включены в сюжет. Есть момент, когда у него крыша съезжает, он там в начале книги у него съезжает крыша, он там Марту чуть не поймал, как говорится. Ну потом одумался, конечно, потому что 16 лет он все-таки. Это еще чуть-чуть, как говорится, еще годик-два, потерпеть, там 18 лет будет уже. Ну, это уже из дня возрастной, как это, ценз очень сильный, очень есть ценз возрастной, так что эту книгу можешь читать, потом подумаем еще насчет, как поймать Марту. Марта Мизинчик. Почему Марта Мизинчик? Вы знаете тоже в моей книге. Марта Мизинчик удачный персонаж, она прописана такая прям.
У нее есть там мамаша, вот у нее мать, вот это интересно тоже прописано, персонажи. Там, ну, я говорю, то книга вообще вот там очень продуманная. Есть принцесса, обязательно, ну, то, что обязательно должна быть принцесса. Принцесса есть, фрейлины есть. Маг, директор школы есть. Враги есть. Буйвол такой. Буйвол такой, натуральный буйвол такой. Враги есть, друзья есть, как говорится, чокнутый этот есть. Чокнутый, как говорится, ресторатор. Потому что куда без шута, как говорится. Куда книги без шута. Все, там, я говорю, все есть. А эта книжка, она вот такая компактная, но там вот как это все, вот душа какая-то, что ли, есть, не знаю. Доброта какая-то. И грусть какая-то, и доброта, вот все как-то вот переплетено в этой книге. Вторую часть вот надо вот очень аккуратно не писать, чтобы как-то не растерять вот этот дух, что ли, даже первой книги, как бы вот это даже самое интересное, как бы вот именно не испортить вот этот такой тонкий такой мир, там вот и эльфика там, и как говорится, и фея там, и гномы там, такой тонкий мир такой, и распределение по классам у них интересное, в классе там, это по группам, это в академии. И все как-то вот аккуратненько все. Вот. Главное вот это не испортить, конечно. Ну вот, прочитайте книгу, она вышла у меня очень удачно. Даже вот, если сравнивать с другими книгами, она вот чуть-чуть, но лучше, чуть-чуть. Хотя там другие книги тоже, смотря, конечно, это на субъективный взгляд. Это. Я хотя считаю, другие книги тоже интересны. Ну это прям вот как это, вот как эта душа, что ли, в ней есть, какая-то тонкая такая, тоненькая такая линия какая-то в ней есть, какая-то прям вот, не знаю даже. Тяжело описать, но вы, если вы прочитаете, вот там, я ссылочку тоже оставлю, то вы сразу поймете, что к чему. Хорошая книга, если хотите, можете купить, почему бы и нет. Есть ознакомительный фрагмент, там можете почитать. Если что, пишите комменты под именно под Литресом, то там комменты очень важны. Если поставите 5 баллов, как говорится, 5 звездочек, тоже я, как говорится, возражать не буду. Почему бы и нет? Ставите 5 баллов и пишите комменты под ним, потом подумаем, что как бы что, как наградить. Я подумаю, может, реально как-то сделать потом розыгрыш моих книг, почему бы нет, там у меня PDF-то они есть, издательство-то мне как бы дает, я же книги сам выпустил, что там PDF-то. Розыгрыш про всех книг. Я могу даже, как говорится, в Варде кинуть что-то. Могу в PDF кинуть свою кому-то. Черновичок там, я сейчас пишу, у меня 4 книги там одновременно, при голове вообще не работает. Да какой там 4, даже 5, наверное, там книг там. 2 продолжения. Еще одна история у меня там есть. Еще хотел еще одну историю, там у меня в голове прям крутится, прям вот. Про два мира вообще вот очень такое. Не буду спойлерить, но там интересно будет. Будет интересно, прям два мира. Вообще, я думаю, что неплохая будет книга. Ну, Академия чудес. Академия чудес. Пишите, читайте. Не забывайте, как говорится, благодарить автора. Можно даже хотя бы словом, почему нет. Можете купить книгу, я тоже не откажусь. Цены сейчас, конечно, дороговато на книжку. Потому что. Дорогие книги что-то. А сколько не ставишь, все равно там хоть 3 рубля, хоть это, не знаю, процент это вот, при премию, хоть там что-то цены слишком прям вот, конечно, поднялись. Ну, такова жизнь. Читайте книги. Всем удачи. Всем пока.